Какой город является столицей острова Свободы за небольшим государством Куба, расположившимся на одноименном острове на севере Карибского моря с 1959 года, явилось неофициальное название «Остров Свободы». Не тогда революционеры, угрожая Фиделем Кастро, решили власть Фульхенсио Батисту, который встал на главе страны 7 годами раньше и в результате военного переворота. Повстанцы заставили Батисту покинуть остров и провозгласили Кубу островом свободы. Столицей этого государства является Гавана, основанная в 1519 году. До прихода европейцев на территорию современного города проживали индейские племена Аина и Сибонеи. Захватившие остров испанцы полностью уничтожили коренное население. А в качестве рабочей силы сюда было население негры, которые уже к началу 17 века составляли основное население Гаваны. Много политических потрясений пришлось решить городу. Однако его жители сумели сохранить главные древние памятники архитектуры. Монастырь Санта-Клара, крепость Ла-Реаль-Фуэстра и другие.